видел Майкла. Он знает препараты. Я сейчас позвоню. Что тебе от нас надо? Это было. Хоп! Пистолет оставил. Славик, что тут творилось? Что за, блин, бегать не? Я слышу шаги. Блин, да тут бегали какие-то гиппопотамы. Такой грохот был, я пересрался. Что это такое? Что у нас за дырка в окне? Кто это сделал? А... Ты многое пропустил. Кто тут вообще, блин, носился и бегал? Да так, решил спортом заняться. Ну, а если честно говорить, тут, того. Что того? Да, она не устыкнется. Да ё-моё, этого ещё не хватало. Ну что поделать, видно у нас судьба такая. Ё-моё, да и так их давно не было. Кстати, а Серега не вернулся? Да не, где-то, наверное, на рынке клеван студентик. Ой, алкаш. Ну что поделать, алкаш. Это еще с самого начала было понятно. Тут там гремит. Васильич, ты упал, че шо? Там, это, микроволновка взорвалась. В смысле взорвалась? В прямом пошли, посмотришь. Ё-моё! Быстрее окно открывай! О, я
понял, что оно бомбануло. Я железную тарелку засунул в микроволновку. Ну, молодец, блин. Блин, пойдем отсюда, воняет все, блин. Фу, блин, пошли. Серьезно?